Гомельский городский лицей номер 1 отзначил свое 25-летие. На сцене областного драматичного театра разгорнулося яскравое и видовищное действие, которое рассказывало об истории установы и ее достижениях. Чвертьстагоддзе тому это был первый лицей в области. Экспериментальная установа адукации с часом набывала авторитет, а сегодня она представляет собой мощную пляцовку для учебной и доследчей деятельности учнев. Подробности у наступным репортаже. История Гомельского городского лицея номер 1 распочалася чверть стагодия тому. Это абсолютно новая по своим формате для нашей области установа адукации областным центре повинна была заявиться еще в 1991. Однако по шерогу причин открытие перенесли на год. Узначали у первый коллектив Василий Яуменов. Что это такое лицей? Никто не знал об этом. Даже мне задавали вопросы. Пытался я по образу и подобию говорить о Царско-сельском лицее, который я специально посетил. И 87 человек, которые нашли смелость в 92 году, мы их 87 фактически и зачислили. Вот так начали мы работать. Крок за кроком лицей завоевал авторитет, дякуючи поспехам наученцев и небыяковым до своей справы педагогам. Сегодня установе уже не треба доказывать свою значность, однако она не перестает развиваться. Першопочатково лицей был с физико-математичным ухилом. Зараз тут заявились химико-биологичные и экономичные направки. По выниках сдачи централизованного тестирования лицей стабильно уходит у пятерку лепших установ адукации в области. Аналогичный показчик демонструя и олимпиадным руху. Два года тому тут был открыт ресурсный центр по физике и астрономии. Его главная мета – удосконаление работы с одарными наученцами и притягнение их до доследчей деятельности. В действительности это помогает подготовиться, в частности, к предметным олимпиадам, к тому же турниру юных физиков, то есть к очень многим конкурсам, особенно там, где важна практическая какая-то база. Святочное мероприемство, посвященное 25-летию Гомельского городского лицея номер 1, проходило у областным драматичном театре. На сцене разгорнулось яскравое видовищное действие, которое рассказывало об истории и сучасных достижениях установы. У зале собралась одна великая и дружная семья – педагогов, наученцев и батьков. Безумовно, на урочистую церемонию запросили былых супрацовников установы и выпускников разных годов. За четверть стагоддзя с подутульного крыла лицея вышло 2400 молодых и амбициозных девчат и хлопцев. Им покарали престижные вины у Беларуси, краин близкого и далекого замежа. Сегодня выпускники городского лицея номер 1 поспяховые у самых разных сферах, а головные они стали достойными людьми, якими тут саправды гонорацца. Для того, чтобы они были успешны, наверное, первое – это качество знаний, которое мы даем в лицее, благодаря профессиональным, творческим, способным, креативным, любящим свое дело учителям. Второе – это на своем личном примере каждый из работников, каждый из специалистов, которые работают в учреждении, воспитывает в молодом поколении личность, чьи качества потом в дальнейшем могут развиваться и приносить пользу как самим ребятам, так и на благо нашей Родины. Выпускники юбилейного года лицея – это 120 человек, уже зараз мэтанакіраваны и творчие особы, которые вызначили планы на будущую. Напереди у их множество дорог. Наставники сподяются, что отрыманы у лицея тривалы багаж ведаў станет для их надейной опорой у дорослом житті и обовязково допоможе наполнить его яркими подеями и перемогами. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».